Привет, ребята. Сегодня мы опять будем проходить игру под названием Pony Island. И да, наконец-то я понял ту самую головоломку. Оказывается, тут совсем по-другому. Давайте-ка сначала продолжим. Потом же сделаем вот так. Сразу вот так вот сделаем. Так сразу делаем. Так, все, миссия выполнена. Хотя не, еще не выполнена. Так, отлично, пора уже делать это все. Да ладно, охрененно. Так, головоломки все уже пройдены. Ё-моё. Мама мия, что с игрой происходит? Даже крылья динамическими стали. Всё тут вообще меняется. Ну, слушай, я могу убивать. На тебе. Какого фига здесь происходит? Что происходит? Ладно, остановись. Ты уже прошел веселые уровни. Ничего, Луи, я спасу тебя. Чего? Я хотел просто сдуть бабочку. Ты шо? Я хотел просто сдуть бабочку. Алло. Не вот так вот. Ё-моё. Так, теперь появился знак клонирования. Пипец. Не больше 660 корруптов. Ты убил Луи. Писец, что происходит? Так, кажется, я кое-что понял. Давайте делаем. Чёрт! А, легко. Так, ребята, тут также есть последовательность. Чёрт. Да, мы можем получить также билет, вот. Так, поврежден. Мессенджер, спаси наши души. Как можно открыть мессенджер? Опа.
331 год. Ты спал целую вечность. Я должен рассказать тебе правду. Ты не единственная заточенная душа, таких, как ты, тысяча. Они не пали перед Люцифером и не потонули в своих криках в преисподней. Но все они оказались в ловушке. Кто-то застрял в головоломке, а кто-то на уровне. Ты разрушил 2 основных файла из 3. Ты решишься. Я помогу тебе найти 3. Это корзина. Там ты найдешь старые версии Pony Island. Он создал эти версии, затем избавился от них. Покопайся в этих выброшенных играх. Найди место для запуска портала к последнему файлу. Хорошо. Так, первое. Pony Island текст. Название говорит само за себя. Опа. Темнота. Мерцание. Жирная звезда. Так, ладно. Знаете, почему я вел на страйке? Потому что там есть... Ба-ба-ба-бам. Ой, снеговик. Так. Так, отлично. И нам как раз-таки вручат его. Назад, потому что там нет места для портала. Давайте-ка напишем... Конечно же, на что я рассчитывал. А куда мне выходить-то? Может... Так. Алло. Ну, давайте-ка титры. Так. Давайте на этот раз
стол здесь. Вернись на рабочий стол. Попробуй войти в другую игру. Так, давайте-ка Pony Island 3D. Ну, очевидно, что это будет 3D-версия Pony Island. Так. Да, звезда тут 3D. Опа, билет. Чего? А как мне этим? Мне больше нравилось, когда от первого лица. Нет, 2D. Ём! Мой... Что ты будешь делать? Да как я врезаюсь-то? Тоже задолбало. Первый я могу перепрыгнуть. А второго было вот по какой-то причине. Фух. А, надо, то есть, вот так делать. Так, отлично. Просто от первого лица тут не очень удобно. Ну реально, не очень удобно тут от первого лица играть. Нет! Чего уровень такой длинный? Нет. О. А вот и финиш. Надо будет не просрать. И да! Полный успех. Так. Не подойдет. Наш единственный... Не сдаваться. А, то есть надо... То есть тут надо вести душу, чтобы 4D переместиться. Давайте-ка туда. А. Тут просто нас вообще выкидывает. Выкидывает на... Да, плохая идея. Ну шо, остается только туда. Так. И Люцифер. Так, это чё за ш... Опа. Ё-моё. Сколько раз мне так долго? Ты нашел секретное послание. Поздравляю. Тебе нужно нечто большее, чем радость открытия. Ладно, вот, забирай. Так, теперь начинаем.
Загрузка вся точно такая же быстрая, как пуля резкая. Так. Такс, но это все еще обычный Пони Айленд. Правда, в отличие от обычного Пони Айленда, вместо врагов дьявол, у нас пони, а вместо героя маленький демон. Наверное, это параллельная вселенная, где местным аналогом является, где местным аналогом Люцифера является пони. Что не, ну как? Тут наш бы персонаж тоже точно бы так не поступил. Ну хотя, это то, чего придумал Люцифер. Подойдет. Безопасность тут низко. Я открываю портал. Такс. Вот и он, мой друг. Последний основной файл. Преодолеть демона и удали файл. Такс. О, Асмодеус. Вот и он. Пора его запустить. Наконец-то ты добрался. Мой интеллект гораздо извращенный, чем у других демонов. Тебе даже не понадобится Вельзевул Экзе. Я сыграю с тобой в игру. Игра, в которой я всегда выигрываю. Правила просты. Не спускай с меня глаз. Если отвлечешься, тебе конец. Я также, если верно ответишь на мои вопросы, тебе конец. Приступим. Скажи мое имя. Чё, блин, серьезно? И как я не должен отводить от тебя глаз? Ладно. Благо он тут не ломает четвертую стену, ладно. Как тебе такое? Буэр? Откуда ты узнал это имя? Старый глупец. Хорошо. А теперь скажи что-нибудь гадкое. Здесь нет неправильного ответа. Скажи нечто мерзкое. Ща я напишу. Гавдон. Как я и сказал, здесь... Что? Нет неправильного ответа. Чего? Ну, очевидно, твое... Представление чего? Получается от моего. Теперь я хочу, чтобы ты вписал одно слово. И это слово порочный. Докажи мне, что ты все еще следишь за тем, что я говорю. Напиши мне это слово. Так. Какого фига? Возможно, я тебя недооценил. Извинись перед своим другом. Твои слова его обидели. Я разрешаю. Нет? Твоя скорость на набора текста 24 слова в минуту доказывает, что ты недоумок. Но, возможно, это не так. Теперь
задачка полегче. Какое непарнокопытное животное появляется в этой игре? Так, какое животное? Очевидно же. Верно. Пони. Это выглядит дружелюбно. Запомни это. Смотри, как скачет и как улыбается. Эх, вот бы быть таким же беззаботным, как он. Необремённым разумом. Шучу. Ты что, оглянулся? Что было написано подо мной? Ну, было написано под тобой запомни. Это. Как же ты сконцентрирован. На этот раз я прошу тебя написать число зверя. Напиши 666. На самом деле напиши число рая. Прости, Асмодеус, но твое название говорит само за себя. Не буду. У тебя феноменальная способность следовать инструкциям. Но что насчет твоей памяти? Запомни эту последовательность. 2023. А теперь повтори ее. Стоп, а чего? А что происходит? А что происходит? Чё с игрой? Олеже! Нет. Я на такое не поведусь, Асмодеус. Подбегнул мне еще тут. А вот и нет. А ты смышленый. Я позволю тебе разрушить этот файл. Мой интеллект превзошел свою изначальную цель. После размышлений на протяжении веков смерть окажется великим приключением. Прощай. Наконец-то. Это последний основной файл. Подтверждение запуска. Вы уверены, что хотите запустить и удалить основной файл? Предупреждение. Основные файлы необходимы для оперативной системы. Их удаление может вывести машину из строя. Мне пофиг. Главное выбраться отсюда. Все. Перезапустить в режиме восстановления. Ну, погнали. Погнал, малышка. Раз по-настоящему зависла. Да твою же Так, ладно, ребята, еще перезапустим. Но для этого специально. Ну, как бы да, видео потому что вы понимаете. Мне
еще надо над своим другом Сергеем извиниться каким-то боком. Он реально сломал мне четвертую стену. Так, ладно. Ладно, ребята. А пока я буду извиняться над своим другом. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокол, чтобы смотреть мои новые видосы первыми. А я пока пошел извиняться. Встретимся во второй части этого звездеца. Так, ребят, я тут. Опа! Добро пожаловать в режим восстановления. Так. Ну, ребята, можете все это прочитать. Опа! Безнадежная душа! Ты отлично справился. Скоро все закончится. Когда будешь готов, выполни сброс системы. После этого ничего не останется. И ты освободишься. Твоя душа станет уязвима во время сброса. Тебе придется его опередить. Я нашел идеальный транспорт для такого случая. Пони? Серьезно? Что насчет меня? Мы еще встретимся ближе к концу. Но это игра, и ты хочешь победить, верно? Тогда иди и одержи победу. Начать сброс системы. Ё-моё, все трясется. Души, что находились в заточении, утратившие свободу и силу, подвергшиеся мучениям и насмешками, обезумевшие от недовольства, пришло время воскреснуть. Прибыл ваш спаситель. Мчитесь со скоростью 1000 пони и будьте свободны. Нифига себе, мы стену пробили. Так, а что нам надо делать? Поврежденные файлы, пипец. И у меня бесконечный лазер. Как в добром Пони Айленде тоже был бесконечный ветер. Это звездец. Чуть-чуть мы первую душу потеряли. Чё происходит? Нет. Блин. Первую душу потеряли, звездец. Так. Летающая пони. Теперь придется нам и его защищать. Выше налево. Так, давайте, пацаны. Действуем. Удаление логики врага. Чего? Ты что, серьезно? Нет, ты что, серьезно? Все, я удалил. А, это еще не первый. Там же логику надо удалить. Ну, хотя да, тут логика там у него пытается удалиться. Блин, а он появляется и появляется. Логика врага повреждена. Так, теперь он только бросает в разные стороны. Все, он удален. Не хотите давать мне свои души? Ладно. Больше простить не стану. Чего? Это истинная форма Люцифера, твою ж налево! Он реально уничтожает наши души! Ох, он гондон! Его приспешник хотел, чтобы я назвал его говдоном. А в ответ получил хоть и игровое сообщение, но от друга! Серегу. От друга моего, Сергея. Да, если что, он тоже ютуб-блогер. Так что переходите на его канал. Ссылка будет в описании. Пипец какой-то. Он еще и все души уничтожает на фоне. Ох, он черть.
Да ёб твою! Да ты задолбал! Когда я его уже убью-то? Ну, кажись, когда вся игра это удалится. Ой, чуть не забыл. Твой старый друг хочет попрощаться. Ты убил меня! Ну извини, Луи, я вообще не понял. Чё это за фигня? А я вспомнил даже те самые бабочки. Их нельзя повреждать. Их не надо повреждать, а то они обозлятся и уничтожат все. Пипец какой-то. Из-за него я даже ничего не могу сделать. На тебе. Да твою ж. Луи, ну не надо. Я же не виноват в этом. Это все сратый Люцифер. Эх, он меня уже все. Писец что-либо понимает. У него только одно на уме – месть. Звездец. Ну все, Люцифер, ты заслужил то, чего и должен заслуживать. Удаление тебя. Удаление твоей игры. Ты вообще этой операционной системы. Ты этого заслуживаешь больше всего. Строил практически всех моих друзей против меня. Хватит. Юмой. Довольно. Отстань. У меня бесконечный лазер, Люцифер. И что ты на это скажешь? Все на него нападают. Они все ему оторвали. Неплохо, пацаны. Пацаны, это реально неплохо. Все. Скоро мы попадем в то, чего мы хотели. В свободу. Не могу дождаться, пока когда я вернусь на землю. Точнее, в рай. Потому что я уже давно погиб. Все пони превращаются в души. Наш черед настал. Прощай, Пони Айленда. Ступаем, какого фига? О, пони. Это нам подмигнуло и побега. Ребята, так, конечно, было сложно. Да, и будет еще и бонусное видео, где мы достанем все чементы, билеты. А также откроем секретную концовочку. Пока что на паузу поставим. Хотя ладно, для вас я заставлю вас досмотреть. Что? Чё, титр залага... Не тревожься, ты победил. Но только выслушай меня. Я говорил тебе, что мы разделяем одну и ту же судьбу, одну и ту же участь. Но это лишь чистая правда. Твоя душа освободилась, как только ты победил игру. Но моя душа будет заточена здесь, покуда гниющие битвы игры Pony Island находятся на твоем жестком диске. Я с осторожностью направлял тебя с самого начала.
вот до этого момента. Ведь я знал, что не завершив игру, ты не сможешь ее удалить. Поэтому сделай это сейчас. Удали Пони Айленд. Спаси мою душу. Все, мы закончили игру. Правда, я не буду ее удалять для бонусного видоса. Да, это для бонусного видео. Ох, ладно. На этом, ребята, мы, пожалуй, закончим. Если вам понравилась эта игра, ну и это видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.